Самурайский шаг мы можем использовать и для входа в атаку противника. То есть он наносит удар, мы идем встречным входом. Шаг навстречу противнику. Двигаемся навстречу, чуть-чуть сместившись с линии атаки. Вот он, центральная линия, по которой чаще всего пойдет основное движение атаки. Поэтому можем сдвинуться. Так. То есть мы вроде бы двигаемся вперед, но не прямо на атаку. Пошла атака. Раз. Чуть-чуть по диагонали шагаем. Здесь имеет возможность пойти либо кроссом, либо апперкотом. То же самое с другой стороны. Если мы правильно все делаем, мы пересекаем еще и линию второй руки, то есть что мы уже начинаем его дышать. Чтобы ударить, придется сильнее, но мы успеваем пойти сразу же в противника. Варианты входа спиной возможны, более сложны, поэтому мы их не рассматриваем. Здесь очень важен тайминг, то есть любой прием будет сработать, если вы не чувствуете тайминг, когда и как входить. Все остальное просто становится бессмысленным. Кроме работы против рук, то же самое мы можем использовать, когда противник бьет нас ногами. Например, тот же фронт-кик. Пошли с одной стороны. И он сам вырывает со второй стороны. Опять же, даже если идет лоу-кик, сокращаем резко дистанцию, уже удара не будет. Либо одной рукой, либо влетаем другой ногой. Не говоря уже про варианты и попытки ударить с разворота. То же самое. Резким, но скользящим движением входим в противника. Повторюсь. Все эти действия будут работать в том случае, если вы хорошо владеете таймингом. Чтобы и понимаете, когда можно входить. А не просто вам захотелось войти и вы побежали. Нет, скорее всего вы нарветесь на удар. Это важно.